Садика Продакшн Студио. Уходи в плаванье, ища вторую половину. Так, молодец, хорошо, давай так. А теперь давай это смелее, смело. Давай смело. Давайте. Ты начала тихо, да? И микрофон для этого модели микрофона это очень далеко. Вторую половину. Вот видишь, как хорошо слышно, да? Вот и так. Мы уходим в плаванье, ища вторую половину, ища стабильно сильную спину. Я жду опять, когда не будем, как они, мы притворяться сильными или бояться быть некрасивыми. Одно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Одно и то же. Хорошо, давай улыбайся, можешь? Да, попробуй. Да. Давай, давай, поехали. Давай, я хочу улыбаться. Потому что тут монотонная песня. Я уже услышал, что мне надо. А мне хочется, чтобы верха были, драйв какой-нибудь, движняк. Это уже. Mm-hmm. Давай сейчас с кадрышевой пока тормознемся. Mm-hmm. Давай, если Айова. А ты бьянку поешь, да? Я смотрю, стилистика очень я похожа. Я в детстве ее очень люблю. Манера очень похожа. Потом капри должна. Вот пошла музыка. Все, ты себя залила, прям ярко, как на пищаче. Давай. Как будто ты на сцене. Смотри, вот, значит. У меня было. Не-не-не, подожди. Вот, подожди, ближе. Вылазят моменты, смотри, какие. Не, слух хороший у тебя. Там, манерка интересна, все клево. Моменты какие вылезают? Музыку-то ты чувствуешь, пока фигачит барабаны? Угу. Кончилась музыка, и ты закончилась. А ты в голове должна считать. Я когда начинаю петь, я вообще музыку перестаю слушать. А вот ты я тебе этому научу. Вот надо. Вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я петь в счастье, смотри, ты про на-на-на-на-на юг. Ты продолжаешь в темпоритме существовать, считать и отбивать себе там про себя, естественно, ну и телом, естественно, да? Стесняться подавать. Ты начинаешь, я тебя надуваю, ты начинаешь потом раз, я переступаю. Вот так, понимаешь? Подача. Подача в нашем деле главная вещь. Все ноты держатся. Я всегда, не то чтобы стеснялась, я вот. Ты у тебя есть неуверенность. У тебя не можешь, ты не уверена просто. Ты не занималась. Ты не распевалась, ты не было человека, кто тебя пинал. Я говорю, давай, вот так, и держи, держи, понимаешь? Поэтому это все из-за этого. Садись, я сейчас поговорим, сейчас расскажу про тебя. Все правда.